Будем... Чего будем? Красим кэнди. Перекрасим в Dark Candy. Гребем бабло, ребят. Здравствуйте, с вами Марат и Fusion Technologies. Сегодня мы поговорим о технологии Dark Candy. Для примера возьмем кузовной элемент, вот такое красивое крыло. Оно нам уже надоело, давно мы его отпечатали. И сейчас мы его перекрасим в Dark Candy. Поехали! Для начала матируем. У нас крыло без дефектов, залаченное, высушенное. Поэтому нам нужно нанести просто риску под краску. Берем губку 220 и монтируем. Так, наше глянцевое блестящее крыло стало матовым. Там, где мы не дотрем наждачкой, там, где останется глянец, то адгезия там будет меньше. Следующий этап – обезжиривание. Не забываем обезжирить каждый клочок. И не оставляем разводов. Краска может повторить этот развод. Покраски, технология покраски обычная автомобильная база. 2-3 слоя. Базу мы нанесли черную, теперь наносим подложку Dark Candy, не путать. Подложка Dark Candy наносится в один слой, максимум в два. Наносить гораздо легче, чем серебро, не дает эффекта яблок, не надо ничего исправлять, то есть просто наносим. Прошло 10 минут выдержки, зарядили мы кэнди, красим кэнди.
Ребята, осталось нам только залачить финишным лаком. Разводим финишный лак. Итак, мы закончили лакировку, дали небольшую выдержку 10-15 минут и можно отправлять в сушку на 30 либо 40 минут, этого будет достаточно. А теперь самое интересное, расход. Никто нас не слышит? Идем сюда поближе. Смотрим. Краски у нас ушло примерно 100-150 грамм на 3 слоя, мы красили 3 слоями. Подложка под Dark Candy у нас ушла около 30 грамм. И чуть меньше, чем краски, у нас ушло кэнди. Это от 50 до 100 грамм расход. Поэтому расход у нас грошовый, а эффект на миллион. Гребем бабло, ребята. That we share.